Я лисичка, навчаю дітей. Розповідаємо про небезпечні предмети. А у мене роль ведмедя, у мене роль кузі і бджолиня у ляльковому спектаклі. Неслухняне козеня, яке розбрасує боєприпаси у лісі. Команда швейцарських фунтів з протимінної діяльності. І так, Алекс – музикант, Антон – і слов'янка, Анечка, Анечка – з Святогірська. А от Анечка подивися. Мальчики, йдіть сюди, підійдіть сюди. Побігайтеся, я бачу. Лиза. Глеб Андреевич. Глеб Андреевич, да. Елена Петровна. Вика. Хорошо. Чужі іграшки не можна брати, тому що вони чужі. Правильно? Так. Да. Чужі іграшки можуть ще й небезпечні бути. У вас у кожного є свої іграшки, і ви дуже любите гратися, так? Так. Да. Ніколи ми не беремо чужі іграшки, а граємося тільки своїми. Домовились? Молодці. В лісі з'явилися набагато страшніші предмети, які можуть вибухнути. Це дуже небезпечні предмети. Ми показуємо ось так хрестик. Це означає, що ми до них не підійдемо. Скільки в нас дітей? Діти, привіт! 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 О! 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 Мабуть, це шишка. Я так думаю, що шишка. Це не шишка? А що це? Не знайду. А скажіть, діти, а що потрібно найперше зробити, якщо такий предмет побачите? Відійти. Відійти. Так, а ну відходимо всі. Відходимо, а потім що? Дорослих. Покликати дорослих. Ми одна сім'я. Улыбнись тому, хто справа, улыбнись тому, хто слева. Ми одна сім'я. Ви, ми, ти, я, і ефесті. Руку дай тому, хто справа, руку дай тому, хто слева. Ми одна сім'я. До побачення, ми бажаємо вам щастя. До побачення. До побачення. Лінія фронту у нас близько знаходиться, 12 кілометрів, це вже Горловка, це центр вже. Это Донецк у нас 45 километров от нас. Детей стараемся больше развлечь, больше завлечь, больше их загрузить вот такими хорошими эмоциями. Мы вообще не говорим о том, что на данный момент происходят такие проблемы у нас в стране. И поэтому все построено только на позитиве. Мы не туда поднялись. Аж резина варит. Все, хорошо, спасибо. А не подскажешь, садик «Золотая рыбка». Так, сценарій виходить, кішечка питає, де казковий ліс. Хто з вас був у лісі? Ну так, передній світ лучше виключити, а задній можна. Познакомлюся з Южиком, козлик ти виглядаєш, смішиш дітей, я скажу, а я не що Южик робити? Я зроблю, успокойся, Южик сміт зі мною. А, так ви ж ти з нього казлікаш? Ні, я не. Зима на вулиці. Соня, Лена. А мене Богдана. Богдана, Лена. Мене зовут Варя Гречка. Варя. Мене Ілюша. Ілюша. Іларіон. Іларіон. Вот у мене два друга. В них є м'ячик, но під ногами є ще якийсь опасний предмет. Да! А от зелений і круглий, він опасний, як предмет? Да! Опасний предмет, зелений і круглий мір. Можна її ножкою поцілувати? Ні! А от сюди заходити можна? Ні! Ні! Табличка, молодцы. Давайте я вас познакомлю со своим учеником Ёжиком. Познакомимся? Да. Давайте его позовем к нам. Ёжик. Ёжик. А что тут такое? Я там сплю себе, понимаешь ли, в норке. А вы кричите. Это опасный предмет? Да. А трогать его можно? Нет. Может, все-таки я возьму и несу ее к своему другу? Я, наверное, еще палочкой тыкну в нее. Помогите! А дети, что же нам делать? Надо сначала ежика спасти. Доктора, все позовем вместе. Доктор Айболит.
говорит, он на помощь нам спешит. Ребята, что здесь произошло? А вы скажите, а он же уже будет жить. Не переживайте, мы спасатели, именно та служба, которая очищает наши леса и поля от всех этих опасных предметов. И если мы видим такой знак где-то на дороге, то на эту территорию мы не заходим. То значит, на эту территорию ходить что? Нельзя! Вы были сегодня очень послушны. Спасибо большое вам! Спасибо! Пока! Пока! Пока, ребята! Ми зараз на Новгородському, яке під Горлівкою. В принципі, з 9-го поверха Горлівку вже видно на горизонті. В деяких місцях по полю 4 кілометри до Горлівки. Ну, це зовсім нічого, тому що для танка це одна хвилина їзди. Ми їм показуємо, якої форми небезпечні предмети, якого вони кольору, і щоб вони назавжди зрозуміли, що не підходити, не палити, не пиляти, не переносити, не копати, нічого. Взагалі ніколи з ними не можна робити, а треба про це все повідомляти дорослим. І для цього всього от це от вся сказка. Ну, з кожним процесом треба за ручку поздоровитися, щоб вони себе такими поважними почували, щоб вони прийшли не просто так, їх зігнали, що кожен з них сидить тут, що вчителька кішка, кожного з них знає. І всіх ми їх включаємо в нашу роботу, добитися відповіді від кожного, щоб кожен показав знак «ні», можна чи ні. Важка аудиторія – це 5, 6, 7 клас. О, їх утихомирити просто неймовірно. У нас тут на подвір'ї Альоши сьогодні є усі його друзі. Так, його маленька сестричка Ліля. Привіт, Ліля. Здрасте. Є його маленький братик Антон. Привіт, Антон. Здрасте. Є його ще сестричка Надя. Привіт, привіт. Надя. Є ще його друг Марік. Привіт, Марік. Привіт. А от і сам герой Альоша. Привіт, Альоша. Здрасте. Ага, і ще його друг Ванечка. Привіт, Ваня. Здрасте. І ще наш Вітя. Привіт, здрасте. Вітя. Здрасте. Ну що ж, ви сьогодні разом з нами стали свідками безпрецедентної події. Усі наші голуби перелетіли з голубятні на хату. Альоша, заганяй їх назад. Хороший. Хороший какой. Алло, кинь его в камеру и закрой. Пошел, пошел, пошел. Что он дома? Вот, это капсула нема. Да. Почистее из автомата. Да сакал с автомата. С пулемета есть у меня. Только у меня граната есть. Что там? Штучка. Вот я там видел, она торчала. Где? Ну да, впереди так дырочками. И там еще такие закругленные штучки. Ну, значит, это может быть або гильза, або нерезервный боеприпас. Нам знаете, что надо сделать? Нам надо оградить на место. А вы точно знаете, что там лежит? Да. Вы на лекции помните, да? Что мы делаем, если видим перед собой незнакомый выбуховый прострел? Тихаем. Это, звоним 101 МЧС. Нет. Что мы вам рассказываем? А, идем. Ставите, нет. Ставишь, помечаешь. Прежде чем помечаешь, что мы делаем? А потом указать дорогу. Берем бензопилопеля. Уходим. По своим следам. По своим следам. А потом? МЧС 101. Так я з дітьми спілкуюся і провожу час. Їм дуже подобається показувати, що вони вміють, де їхні сховатки, схованки, чим вони займаються, куди вони тікають. Тому що тільки так, в ігрі дитина розкривається. А де їй зручно? В кабінеті? Ні. На папері вона нічого ніколи не викладе. От, наприклад, тут село. Нічого нема. Взагалі, в принципі. Їм тут потрібні турніки. Є ідея. Зробити якусь таку площадку з турніками хоча б. Хоча б. Он, скільки енергії. Фашисти! 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 Фашисти!
Летом у вас ставок, да? Угу. Кружок плавания, да, на ставке? Типа. Да. А и зимой футбол. Какой спорт? Катание на ставке. Катание, хоккей. Хоккей на ставке? Да. А весной что мы робим? Спим. Что гуляем. Больше спим. Надя весной спит. Це весной. Рыбы, что я редко. Рыбы? Да. Что еще? Расскажите, что еще? Гуляем еще. Фазанов ловите? Это зимой. Зимой фазаны, ага. Ловля фазанов – это зимний вид спорта. Хорошо. Летом рыбу можно ловить. Рыба. Летом футбол. Летом футбол. Добре. Що осінню робимо? Нічого. Все те саме. Те саме. Ну от якщо б не було тут воєнних, чим би ви займалися? Нічим, давай клубі гуляли. Ну так, на стройки. Да, на стройки. Старого этажа прыгали. Да, вон ямка. Кстати, а война вам не мешает в селе, в принципе? Нет. А кто стреляет? Ну, не знаю, не мешает вам? Нет. Нет. Лучше с ними на футбол поиграть можно будет. С кем с ними? С военными. На сказке ты был у нас тоже, да? Да, и ты тоже помнишь, как я была кошкой? Мне брак козленка понравилась. Ну, козлик тебе понравился, да? Так ежик ему поставил мину там. Нет, ежик нашел мину, которую поставил козлик. Угу. И что мы запомнили с этой сказочки? Что... Ну, вообще другое рассказывали. Да. Нам вам тоже. Для взрослых мы рассказывали, а для маленьких мы делали сказочку. Все сразу... Все легли. Так кто эти стреляли? Какие? Ураганы? Нет, не зитка. Не пилотников сбивали. Пилотников сбивали. Просто война закончится все равно. Рано или поздно. Лучше да? Рано. Лучше рано. 100%. Угу. Взрослые над этим работают, ну а вам, если вы боитесь, вы сразу говорите об этом взрослым. Добре? Хорошо? Хочу. Себя не зажимайте. Это нормально, Маня. Страх это нормально. Моя винтовка. Курка нема. Поет. И что, кого ты будешь стрелять, Даня? Никого. Теперь я уже буду знать, где она лежит. Это моя нитка. Идеальный твой день начинается. Чем бы ты занимался? Вот с утра до вечера, вот идеальный день. Чем тебе? Дрова рубаю. Идеальный день? Да. Нравится тебе? Кем ты хочешь стать? Сварщиком. Вот буквально? Да. Че так? То, что я хочу как папа. Кем мечтаешь стать? Не знаю. Не думал еще? Mm-mm. А твой брат хочет быть трактористом? Да. А ты? Не знаю еще. Футболистом? Не. А рисовать? Первая картина, которую бы ты хотел нарисовать, что бы ты начал рисовать? Двор голубиного. Твоих голубей? Да. Я хотел, чтобы... Например? Мир. Мир? Да. Вот прямо о нем и мечтаешь? Не, да. Он мечтает всем этим шахтером. Не шахтером. Он говорил. Ну, значит, ты хочешь стать шахтером, да? Да. А мечтаешь о мире. Это очень хорошо. Вау, а ну покажи. Один мне подошел, вот, а этот второй прислали, он сильно тоже давит. Ну дальше он видит, даже не залазит. Угу. Ну так носить можно, но неудобно. Тебе совсем неудобно? Угу. И ты можешь? Ну да. Ну и тебе ж писать этим пальцем неудобно, да? Ну вот, если...
тут дома у нас. А кружок рисования есть у вас? У нас после 6 урока сразу начинается. Ты знаешь, что если пуля взорвется, то тоже может, ну, можно лишиться чего-то. Или глаза. Или можно, может убить. Ну, оно, скорее всего, ранит. Но это ж, ну, поймешь, будет очень больно. И тоже может ему оторвать. Или пальчики, или, или зрение он может лишиться. Да, вспыхнет все сразу. Да. Оно же у тебя взорвалось в руке, да? Да. Сразу же? Ты только поднял, да. Сразу взорвалось? Где такие рядом дырочки маленькие были? Где-то вот вот назад, да. Перед школой, да? Да. На каникулах это же. Ну, ну, вот таким вот размером, ну, может, больше чуть-чуть. Вот эта ручка такая, что железненькая, и вот тут такая фигня, типа какой-то, ну, проволочка, что такое. И я больше ничего не брала. Взял ее и все. Я даже в больницу ехала, чуть начала боль начала. Ну, мне потом укололи и все. Я проснулся уже с гипсом почти же в больнице. А забрали тебя? Да. А, то есть забинтовали руку и забрали? Да, там месяц лежал. Месяц? Да. Красноармейск? Да. Нет, Димитрий. Димитрий. У тебя прекрасные глаза. Ну, сними кепку. Класс. Тебя волосы не будут. Хочу на шапке работать. Мечтаю. Да? Хочу мир, чтобы, ну, совсем, чтобы войны не было. Чтобы люди спокойно жили. Чтобы не стреляли. Ну, совсем, чтобы войны не было. Солдаты побежали отсюда.